Получи халявных 40% к выполнению по промокоду FIRE11. Всем привет, дорогие друзья, сегодня мы на сайте MyCSGO. Хотелось бы подняться на оружейных кейсах исключительно, поскольку давно, я полноценно не крутил. И возвращаемся к нашим любимым новым кейсам и Bloodwater первый спин. Просто 10 штучек, лайк сразу оформляем, ребятки, оформляем. Так, ну и в целом, что могу сказать? В прошлом выпуске у нас все было хорошо. У меня, кстати, таймер на телефоне уже идет 150 часов, чтобы вы понимали, найс. Так, первый это окуп, найс. На целых 29 рублей. Я считаю, это нормально. Не надо сразу прям разгоняться, а то и так, кстати, хорошо выдавал в последнее время. Ну, и чтобы окупаться, ребятки, вводите промокод FIRE1, сами все понимаете, это уже минусовой. Ну, не отказался бы от калашика, знаете, или там от любого рандомного. Эмки, кровь в воде, основа тут берется кровь в воде, ССГшка. Шанс неплохой, есть шанс. На самом деле 0-0-1, опять же, я каждый раз доказываю то, что все люди думают, что это Unreal, но мы же выбивали, много раз. Шанс 1 к 1000, но при этом можно выбить, я бы сказал. Так, сейчас выпадает в живом цвете. И найс. Хорошо, Bloodwater нам потихоньку выдал, давайте до 2000, либо до 3. Если до 3 поднимемся, то уходим. Найс. Ну, 3000 подняли, можно и уходить. Теперь давайте покрутим Hot Rodic. Это один из любимых моих кейсов, которые всегда не выдают причем. Так, ребятки, мне позвонили, поэтому пришлось на паузу поставить, но мы продолжаем крутить, выпало нам говнецо. Фух, Hot Rodic, пожалуйста, Hot Rodic было бы приятно мега. У нас, кстати, зима еще стоит фон. Это забавно, давайте поменяем. Давайте сразу в прямом эфире фастингом поменяем. Так, где тут настройки? Давайте поставим не зимний, можно и зимний профиль. Рулетку можно, ладно, давайте зимний поставим. Зимний микс такой, под настроение еще, если платина так рубить, Санта-Клаус. Алды вспомнят платину, который был раньше, это прям имба. Вот эти треки Санта-Клаус, Иней, переслушаю до сих пор, кайф. Но ничего хорошего в том, что мы переслушиваем платину, нет, а вот ничего хорошего в том, что Hot Rodic нам не выдает тоже. Я бред уже в голове несу, потому что, сколько уже можно. Я уже не удивлюсь, если сайт сейчас просто нам все не окупочку даст. Так, давайте 10 штучек. Лайк сразу за 10 штук. Просто по одному крутить, как будто падлу, что ли. Уже хочется по 10 крутить, баланс увеличивать. Ну, нормально. 2000 рублей, это окуп на соточку. Чисто чефирчик можно заварить на эту соточку. Ну, 1200 это прям похоже на концовку какого-нибудь драму фильма, где все плохо. Ну и пока мы видим, что Hot Rodic исключительно нас окупает. Что? Нам розовые скины дали окуп, найс. Вот и аквамариновая месть. Вот вам и окуп, ребятки, первый. Ну, несмотря на лустрик, по 10 штук не побоялись, не зассали, так сказать. И вот тебе и хорошие результаты пошли. Ну, давай. Что-нибудь интересное по-братски. Ну, извинения еще не приняты, поскольку в прошлые разы он нас подслил до нуля. Но можно смело сказать, что ладно, чуть-чуть реабилитировался, и можно дальше апаться. 4 куска уже, кстати, баланс было 2700, что ли. И это очень хорошо. Так, 1500 выпадает сходу с первого спина. Это что за скин? Сказка, 5 cent, дорого стоит. Ну, 2 окупа в ряд. Третий это в ноль слитый. Но 2 окупа в ряд это уже хороший сигнал. Значит, можно открыть один раз 10 штук. Лайк, ребятки, за эти мувы. Просто читерские, так сказать. Ну, поскольку мы окупились, можно и подслиться, да? Сайт так думает. 3900. Ну да, да, дефолт. Обычно все так и происходит всегда. Сказал бы я, если бы не выпал поток информации. Ну все. Фейт нас полноценно сказал. Красавчик, братан, держись. И надо накопить на 10 штучек гидры, дезерт. Мы уже 8500 имеем на балансе. Ну 9 кусков с чем-то. Это шок. Панель управления. Азимов, так катись, не? Ну как хочешь, дружище. 10 штучек. Лайк. Мне нужен только лайк от вас, потому что, 10 штучек открываем. И я сейчас все проиграю. Все 9 кусков проиграны, да?
Говно, 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 говно. Ну нет! Нет! 5 штук. Но все равно мало. Но все равно, но мы в минусе. Мы открыли 10 штучек и в минусе. Просто ужас. Ладно. Это тильт. Ну, это реально без шуток, без привлечения тильт. Ну, что это такое? Ладно, 5 косых вернули. Предлагаю Scary Night открыть. Новый скин какой-то Scary Night. А, тут ночь все. Вау. Так тут шансы еще неплохие. Может, это будем обузить? Следующий выпуск ждите проверка этого кейса. Будем исследовать, испытывать. Да-да, нет-нет, выпадет или не выпадет. Пока что мы окупаемся неплохо. Пожелание на ночь. Стой! Ну куда ты перелетаешь? Ладно. 2 штучки. Бэм. Нож! Сюда просто штык-ножик залутали. Так, хорошо, это мы продаем. Ну, отлично. Всем спасибо за просмотр, как говорится. И всем пока.